Стоит армянин, машины останавливает. Первая подъезжает копейка. Он: «Не-не, езжай!» Вторая подъезжает москвич. Он: «Не-не, приезжай, приезжай!» Третья останавливается Волга. Он садится в нее и спрашивает у водителя: «Слушай, как тебя зовут?» Он: «Виталик». Он: «Слушай меня, Виталик, мы сейчас поедем в гостиницу. Там девушка моя. Ты скажешь: «Шеф, я свободен!» Я скажу: «Да-да, свободен!» Ты скажешь: «Шеф, дай 100 рублей на бензин. Вот так мы с тобой и расплатимся. Ты понял меня?» Он: «Да-да, понял». Подъезжает они к гостинице. Армянин стоит с девушкой, разговаривает, обнимает ее. Он: «Шеф, я свободен!» Он: «Да-да, свободен!» Он: «Шеф, дай 1500!» «Движок что-то брахлит, в автосервис сгоняю!» Армянин: «Ха, молодец, блин, Виталик!» Всем привет, улечки! Как дела? Как настроение? У меня все прекрасно, все хорошо. Погода у нас сегодня, конечно, ужас. Плюс 12, ветер ужасный. Снова одели ветровки. Собака сегодня, выхожу гулять. Блин, дубак ужасный. Вернулась, куртку напялила. Думаю, блин, фу, слава богу. Так погуляли с ним 30 минут. Пришла, замерзла. Горячего кофеку-то навернула. Согрелась хоть немножко. Думаю, блин, ужас. Вроде лето, да, ждали это лето. Жара, тепло. Вот тебе, пожалуйста, холодно, как говорится. Но я не расстраиваюсь, впереди бабье лето. Я думаю, еще погреемся, да? Ну, вам хочу пожелать хороших и прекрасных выходных, чтобы вы хорошо отдохнули, зарядились прям энергией, прям ух, чтобы все у вас было прекрасно. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.